Здравствуйте! В эфире «Ваше право» и я, Татьяна Лапина. И сегодня о наболевшем, о главной, в кавычках, достопримечательности нашей страны, о том, о чем весной говорят чаще всего. Конечно, я о дорогах. Вернее, о том, как бороться с теми, кто их строил и кто за них отвечает. И что делать, если вы попали в яму, пробили колесо или сломали подвеску.